Настоящее вино привезли с Абхазии. Не просто так, которое продают отдыхающим, а именно настоящее с частного погреба, что купить очень редкость. Это отправляем дальше в Новгород. Налил для съемочки вот это винцо. Это ореховое, сухое. Первый раз такой вкус пробую. Шикарная вещь. А запах бомба. Вот это вино полусладкое розовое. Полусладкое розовое вино. Это вино сорт Изабелла. Сухое. Вообще без сахара. Очень вкусные вина настоящие. Что скажу, для людей с равнины, которые не разбираются в настоящем, им это может не понравиться, потому что они привыкли употреблять вина порошковые, с содой вперемешку, со всяким бутером, со всякими вкусовыми добавками, лишь бы было вкусно. А это настоящее. Приятного всем аппетита. Ура, товарищи!